Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами играть Hustle Castle. Так, ну что, нападение было, все понятно, аж 8 штук. 9 подарков от вас, ребята, спасибо вам большое. Так, собираем все, что здесь у нас успело накопиться. Да, ребята, как вы видите, у меня еще будет целые двое суток, грубо говоря, делаться. Даже не суток, а один день, 11 часов делается моя тренировочная. Так что это как бы у меня будет такая серия, где мы с вами просто походим и пофармим. А может быть, что-нибудь и накопим. Там, в принципе, все шансы есть. Ну что же, грубо говоря, смотрите, из всех нападений я ничего не потерял. Да, единственное, что мне не нравится, что мне накрутили, извините, рейтинг. Это очень плохо. Давайте забираем сундучки все. Так, отлично. Подарочки, ребята, я вам вышлю немножечко попозже. Ну что ж, давайте, наверное, приступим открывать наши сундуки. Что такое, что лагает? Так, первый пошел. Так, ресурсы. Ребята, не знаю, я надеюсь, что на этот раз у меня запись пройдет хорошо. Если же она пройдет плохо, я буду менять эмулятор на другой. Не знаю, в чем проблема. Как в прошлой серии, как вы видели, с расширением что-то там намудрил у меня. И вышло все не очень хорошо и красиво. Я надеюсь, что в этот раз все у меня будет нормально. Но как вы понимаете, что перезаписать серию я уже, естественно, не смогу. Броньку получил на 42 уровень. Вот, поэтому придется так вот и делать. Хотя по настройкам там вроде бы все у меня сделано было отлично. Не знаю, что не так. Ладно, ребята, мы вскрыли сундуки. Кроме броньки нам ничего не выпало. Но зато мы получили обычный сундук. Давайте его посмотрим. И что мы здесь видим? Весы. Это для казначеев, ребята. Насколько они хороши? 450 и 12 уровень. Должны быть неплохими, по идее. Но, как говорится, мы не будем с вами гадать, а просто возьмем и посмотрим. Так, весы. Так, 282. Ты у меня как раз подходишь по стандарту, ребята. Вот, одеваем. А эти весы, щипцы, по-моему, даже никому и не нужны. Потому что у меня там вроде бы все такие довольно мощные ребята, да? Так, ну что, давайте смотрим. У меня, миллион, полтора. Самая минимальная сумма, миллион. Да, с деревом у меня напряженка, тут ничего не поделаешь. Ну, вот можно накопить на бассейн маны, хотя бы попробовать, да? В общем, ребята, ставим перед собой цель. Накопить сегодня на бассейн маны. Любыми путями, или целями, или способами, неважно. Чтобы главное ее построить. Ладно, забираем магию. Так, отлично. Ставим взамен. Так, вот сделаем, потому что фаерболов у меня вообще ни одного нету, пускай будет. И, естественно, бьем. Орки — это орки. Здесь даже не будем париться, ребята. Разбиваем их. И забираем сундук у них. Сколько там, я вот, правда, не знаю их по карте, но, по-моему, не так уж и много. Ну, нам это не важно, главное с них забрать лут. Все, они отдыхают у нас. Так, отличненько. И что мы там получаем? Ну, давай, давай, давай. Блин, этот эмулятор еще, ребята, немножко подтупливает. Особенно, когда идет звук. Не знаю почему. Что-то в последнее время мне не идет. А в BlueStacks, который у меня стоял до этого, звук пропал, до сих пор не могу восстановить. Я уже и переделывал, и переставлял новую версию. Не помогает, ребята, не знаю, в чем там проблема. Вот, и очень много игр у меня там крышануло, которые, естественно, не переносятся через этот, через Google Market. Так, давайте вскрывать и будем смотреть. Воу, подвеска. 385, 12 уровень. Это у нас для алхимиков. Где они у меня здесь? Так, давай глянем. Ну что же, где она у меня тут лежит? Так, вот она, да? Да, надеваем ее. А вот эту, которую мы сейчас только что сняли, наверное, поставим вот этому. Потому что у него на 335, а у меня 380, да, если я не ошибаюсь. Так, глянем. 335, 380. Да, естественно, мы заменяем. А у этих уже, ага, 310. Тоже слабенькая, ребята, слабенькая. Вот так. Ай, уровень 9 нужен. Блин, не подходит по уровню, елки-палки. Тут вообще 295. Чё-то какая-то лабуда, ребята, вы у меня слабенькие. Я думал, что алхимики у меня уже по полной программе апанные. А нифига получается, и еще есть что им одеть.
Ну, вроде бы все нормально. Забрали мы все, что полагается. Сейчас они этого элементаля потушат. Деньги собрали. И нам надо, ребята, отправляться на карту. Как раз у меня толстячок мой отхилился. Где эти орки? Вот орки. Я разве магию потратил? Да. Было дело. Так, и давайте, ребятушки, наковыляем им люлей, так сказать. Давай, по Шурику. Очень быстро. Блин, вот хоть он с ножами, хоть он убьет быстро, но урон все-таки маленький он наносит. Как ни крути, ребята. Не знаю. Ну, зато быстро. Не знаю, охота мне просто такое оружие эффективное, чтобы валил на раз. Чтобы он действительно был воином, а не каким-то там фуфлометчиком. Так, давайте вскроем сундучок. Посмотрим, что у нас здесь выпадет. Вау, черпачок синий, редкий, значит, да? Не тот. Где он? Нет. Оу, 910. Повар 15 уровня. Слушайте, а у меня повара такие есть хоть? Нет? Я уже даже и не помню, если честно. Так, возвращайся, а ты еще у меня немножечко похилься. Так, ну что здесь у нас? Доходяга. Давай, доходяга? Ну, в принципе, ребята, можно попробовать, да? Но вначале мы, естественно, вернем своего братка к себе в отряд. Да там еще, по-моему, и орки-то у нас остались. Что мы, да? Вторжение еще есть одно. Что я... Вот, вначале его раздеребаним, а уже потом начнем помаленьку и фармить. Так. И надо, кстати, еще посмотреть, сколько точно нам нужно ресурсов, чтобы сделать бассейн маны. По золоту вроде бы все. У меня 900 тысяч есть, так что нормально. Единственное, что не хватает дерева. Великолепно. Тут мы забомбили, все как полагается. Сейчас мы поставим его на отхил и откроем сундучок, ребятушки, с вами. Люблю, когда с сундуков падают какие-нибудь вкусные няшки. Ну-ка. Нет, тут только ресурсы, к сожалению. Ну как, к сожалению. В принципе, нормально. Ну, если бы я представляю, там по 20-30 тысяч дерева падало бы, а не денег. Вот это было бы вообще великолепно. Да, многовато. Мне еще надо будет копить, и я не знаю. А копить мы будем их только с фарма. Больше никаким путем у нас не получится это сделать. Так, что? Манна у меня практически вся забита. 240 тысяч. Кто-то у меня там уже отхилился. А толстяк, по-моему, все еще ходит и бредит. Ну да, наматывает там себе очередные портянки на руку. Давай, иди сюда. Будем ждать, когда он у меня, как говорится, отхилится окончательно. Ну что же, ребята, в бой и только в бой. И мы пойдем с вами на кого? Естественно, на доходягу, которого мы в тот раз с вами просветили. Где он у нас находится? Доходяга, вот он наш родной. Так, 63 тысячи мощей, да? Ну-ка, се, давайте рискнем здоровьем. Хотя, я думаю, никаких проблем тут не должно быть. Или должно? Да нет, не может быть. Должны урыть, ребята, да? Должны урыть. Чё, еще не таких ломали. Нет, да упадут они все. Вот, отлично. Фу, я уж было подумал, что сейчас меня завалят. Но нет, все-таки мы справились. И получили 12 тысяч дерева. И это замечательно. Меня сейчас волнуют не столько деньги, сколько ресурсы, ребята. Так, давайте их поставим обратно хилиться. Куда ты побежал, а? Повар, блин, вернись на место. Ой, как же им все-таки не терпится куда-то улизнуть, смыться и это, и отлынуть от работы. 225 тысяч дерева нужно, ребята, а у меня 166 тысяч. Блин, многовато еще надо. Ну-ка, все, давайте заберем это, поставим и броню. Так, ну, в принципе, и ставим на замену. Скорость и бронька, будет самое то. Так, ну-ка, что ты там из себя представляешь? Ой, 108 тысяч, это, конечно, пока не то, что... Ё-моё, воскрешатель, танк, причем у него здесь два танка, да? Даггерчик с критом. В общем, все как полагается у этого паренька. Смотрите, маг, заточенный под магию. Еще один маг. Все довольно неплохо продумано. Блин, колец-то где-то таких редких набрал, а? Вот хитрожопый.
Но, в принципе, молодец, молодец. Я ничего тут не скажу. Все у тебя стоит как надо, все на месте. Хоть и слабенькие там броньки это. Ладно. На него мы, наверное, ребятушки, с вами не будем нападать. А давайте кого-нибудь другого поищем. Например, Кадоку. Кадоку. У него денег-то шикарно. 78 тысяч. Лучник. Танкуля. Танкуля. Тут все понятно. Ресальщик и ресальщик. Два ресальщика. Блин. Фигово. Хотя у него лучник и танк. Не знаю. Неохота искушать судьбу. Давайте глянем. Вот Эфе. Эфе Спилснер. Так, что у нас тут? 54 тысячи мощей. Вот это вот уже, наверное, что-то ближе к нашему делу, ребята. Идет. Так. Даггерщик и маги. Маги. В основном все на отхил идут. Все. Ну, я даже не знаю. В принципе, ребята, можно напасть. Если даже проиграем, рейд немножко сольем. Я думаю, нам это будет только на руку. Так что мои-то там отхилились. Да, все в полном порядке. Давайте их возвращать. Иди сюда, пухлый. Нечего тебе там. Ну, я думаю, что можно будет, в принципе, сейчас попробовать. Так, гидро, космо, это не то все. Абы какой-то. Так, сир, все не то. Где он у меня? Ага, вот Эфи. Давайте рискнем своим здоровьем и, как говорится, попробуем его на прочность. Не забываем, у него 3 отхила, ребята, 3 отхила. У меня вообще хилов нету. Да, вот чего, ребята, я и боялся. Хотя... Нет, ребята, мы его порвали. Танка они все-таки своего не удержали, не отхилили. За это и поплатились. И все, мне только это на руку, ребята. И сколько у меня? Да, 187 тысяч дерева. Все равно этого, ребята, очень мало. Блин, засада, а. Да, тут еще нужно как минимум 50 штук мне где-то сгребсти. 50 тысяч дерева, ребята. Довольно внушительная такая сумма по ресурсам. Хм. Хотя по деньгам у меня все четко идет. Тютелька в тительку. И 200 яблок, это еще буквально 20 походов. Ну, за 20 походов я должен, в принципе, накопить. Если, естественно, найду подходящего себе врага. Давай, пухлый, возвращайся. И мы с вами сейчас посмотрим, что тут у нас Матвей. Ну, Матвей, все нормально. Отправляемся с вами на карту. И будем с вами разбирать Кадоку. 23 уровня. 78 тысяч мощей. Думаю, должны будем разобрать его без проблем. У него воин, два мага и лучник. Воин-то какой-то оказался хлипеньким. Да, все, практически, ребята, победа у нас в руках. Хотя тут бабушка, нет, все, победа за нами, ребята. И, в принципе, нам сейчас хватит этих, нет, ни хрена нам не хватит, блин. А вообще-то хватит, должно хватить ресурсов на то, чтобы мы могли себе сделать колодец маны. 230 тысяч, а тут нужно 225. И мы, ребята, со спокойной душой, естественно, будем апать колодец маны. И как раз по времени он будет делаться столько же, сколько моя тренировочная бойцов. Ну что же, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока, ребят. Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами играть в Hustle Castle. Ну, так как у нас идет, ребята, крафт по полной программе, и я решил сегодня просто открыть сундучки, чтобы время, как говорится, зря не терять. И я поменял эмулятор, ребята, поменял, и теперь вроде бы должно быть все нормально. А в той серии как бы все было не совсем гладко и чисто, опять же. То бишь, две серии у меня были запороты. Ну что же, пока у нас тут все нормально, время у нас идет, 12 часов, ух, у нас совсем немножечко, ребята, осталось, так что давайте все здесь соберем, как говорится, с вами, и немножечко пофармим орков. Все это будет делаться, естественно, ради сундуков, потому что из игры пора подать на 3 дня, это тоже как бы несерьезно, когда можно что-то сделать полезного. Как вы думаете, я ведь прав? Так, ну что, давайте разберем этих сосунков. Правда, жалко, конечно, что их очень мало здесь на карте. Да, выпуск, наверное, получится очень коротеньким, скорее всего. Так, почикали мы их.
Замечательно, получили сундучок, возвращаемся домой, естественно, вскрываем его и смотрим, что у нас там выпадет. Так, ребята, я смотрю, вы мне отправили подарки, 10 штучек, спасибо вам огромное, ребятушки, очень признателен. Иногда из них выпадают очень хорошие ништячки, за которые я вам, естественно, благодарен. И выпадают нам ресурсы отсюда. Ну что же, теперь пора взять и ваши подарки. Так, забираю. Отлично. И, ребята, я отправляю вам тоже подарочки. Так, Денис Сидоров. Вот что-то за незадача. Не получается Денису отправить. Ну что же, давайте тогда возьмем с нижней рядов, как говорится, и начнем. Мистер Король. И как, Костя Панда? Отлично, Костя Панда получил от меня подарок. Андрюшка тоже получил. Так, кто у нас тут дальше? Сделаем немножко в разнобой. Игорюха, лови. Так, что у нас здесь далее? Ренат. Держи, Ренат. Да, сделаем в разнобой. Не будем чисто идти по списку. Это альпака. Альпака. Ну что же, альпака. Анна Серова. Держи, Анютка. Ну-ну-ну, не надо, не надо. Ну, дай Ане. Вот, хорошо, прокатила. Я уж думал, опять не отправится. И будет немножко мне обидно. Так. Что-то... Кирюха, держи. Спасибо, спасибо тебе, что ты у меня в друзьях. Антоха, тоже лови. Так, и два подарочка еще осталось, ребятушки, мне отправить. Так, Олежа Афанасьев и Паша. Все, забираем этот красный сундук. И, наверное, мы с вами, ребята, сейчас приступим их открывать. Хотя у меня эти ребятушки отхилились, можно сбегать и на карту. Орков, да, орков не так уж и много у нас, ребята, здесь. Всего лишь... Два вторжения всего лишь, ребята. Давайте тогда мы сейчас с этими ребятушками покончим. А потом уже, естественно, вскроем и посмотрим, что у нас там будет. Что у нас выпадет. Поехали. Так, всего лишь три. Разберем как со сумков. Я даже не напрягаюсь, даже с закрытыми глазами буду себе сейчас наливать чай и просто попивать его спокойно и наслаждаться, как мои маги раздеребанят этих орков. Так, отлично. Ну что же, можно, в принципе, пока мои сейчас отхиливаться будут, начать открывать сундуки. Почему бы и нет? Хилиться он будет приличное время. За этот промежуток времени мы вполне успеем, в принципе, посмотреть, что у нас там есть. Так, денег нету, ресурсов, ребята, у меня нету. Да. Когда это все у меня проапается, мне придется попотеть, чтобы восстановить былую мощь по ресурсам хотя бы. Вот. Ну что ж, давайте приступать тогда. Начнем с красненького. Ну, понятно, одни ресурсы. Даже на многое не рассчитывал. И тут тоже ресурсы. Странно. Ресурсы. Сейчас они мне как бы не особо нужны, но пускай, как говорится, будут лежать. Лишними никогда не бывает. Так, ну, вроде бы я смотрю, эмулятор пока работает нормально. Не глючит, ничего такого нету. Хотелось бы, что... Ну, вот эти вот подтормаживания... Оу, великий герой. Обычная броня на 48 уровень, блин. Спасибо тому, кто мне отправил этот сундук. Жалко, конечно, что тут не подписано, что это от того-то, от того-то, от того-то. Было бы прикольно, я бы мог бы лично его поблагодарить. Так, замечательно. А так, конечно же, ребята, всем спасибо. Ну что там опять? Какой-нибудь Каспер или какая-нибудь крыса очередная или голем меня решили навестить. Так, мы еще с вами сделали прогресс. Так, все на 47 уровень. Это, конечно, Каспер. Каспер, здорово. Здорово, братишка. Так, и значит, у нас здесь сундучок. И что выпадает с него? Бронька. Ну что же, в принципе, неплохо, ребята. Бронька на лучника, хотя я ими уже давным-давно не пользуюсь. И осталось у нас последнее с вами вторжение. Нет, почему у меня не полный отряд? Я что-то не понял. Кто опять куда-то у меня убежал, а? Где? А, у меня лечится, елки-палки, как же я забыл-то. Хе-хе, совсем, ребята, заигрался.
Ну что же, давайте этих разберем сосунков и последний сундучок вскроем. Стоп, 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 ребята, я что-то не понял, почему нас опять трое? Я же вроде бы... Чё за дела-то, а? Ёпрасоте, какого лешего они опять втроем? Кто опять у меня не пошел в атаку, блин? Блин, опять пухлый, да? Ну, конечно же, пухлый. Ядрить его на корень, куда он там у меня убежал, а? Я ему сейчас уши-то надеру, блин. Ну, естественно, он у меня в жилой комнате находится. Где же ему еще быть? Куда ты побежал к поварам? Я ж тебе... Нет, вы посмотрите, Все, все меня поспутывал здесь. Ё-моё, ну не поседа ты, а. Это еще тебе повезло, что мы справились с орками. Так бы я тебе действительно бы жалование лишил бы, снял бы тебя, с тебя броню бы и отправил бы во свояси. Ну что же, ребята, вскрываем, ну, как обычно, ресурсы. Ну что ж поделаешь. В принципе, ребята, у нас... Что у нас? У нас здесь ничего. Ё-моё, вот это меня окружает, ребятушки. 27-го уровня. Да, это все, ребята, мощь. Точнее, не мощь, а рейтинг ПВПшный. Что такое? 134. Ядрить его на корень. Вы посмотрите. Ого, посох какой. Да, мечики классные пошли. Ну что же, ребятушки, в общем, все это хорошо и прекрасно, но этим мы с вами займемся, я думаю, в других, в следующих сериях. Так, что у него тут? Ну, хорош, только похвалил эмулятор и начинает тут уже подглючивать, подхрипывать. Ну что ж, дорогие мои ребята, наверное, на этой ноте я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. А на этом все, всем пока, удачи, ребята, и до новых скорых встреч, до новых видосиков.